мой пополам разрезан. Темной сталью холодных рельс. Ради фото на Ленина лезут. Но зато теперь новое есть. Чтобы все высыпались вроде. Фонари молчат по ночам. Говорят, это мэр приходит. Каждый вечер их отключает. Не во вред. Экономии ради. Ведь с бюджетом такая печаль. Сэкономленных денег хватит на дорогу из кирпича. Матерятся водители хором, что дороги плохие, увы. Пешеходы плохие, заборы, светофоры и даже столбы. Не, ну развился город очень, и по всем мировым оценкам здесь у каждого жителя точно скоро будет торговый центр. В клубах только элитные массы. Фейс-контроль, мировой эталон. Посетители кто в Адидасе, ну а кто просто в классе седьмом. СМИ никчемная вовсе приблуда. Телевизор вообще в доме лишний. Если новости в мире и будут, то об этом в ПБ напишем. Расшифровывай подслушным узлом. Об этом в ПБ напишут. Город маленьких слухов и сплетен. Это кум город, город связей. Вроде людям ты неизвестен, но известен по чьим-то рассказам. Город девушек самых милых, ну, они нам так говорят. Он не пробок, а город бутылок, выходные уставленных в ряд. Город маленьких узких улиц, город самых контрастных авто. Город встали, работа, заснули, и хорошо, что если спите дома. Город, где певица Айове точно стала бы не до смеха, потому что маршрутка с любовью просто тупо бы не приехала. Не то, чтобы мне некуда деться, ведь Россия страна большая, но я люблю бы с всем сердцем, и поэтому не уезжаю.